Привет, земляне! Я Юрий Сатурмин, и вы на моем канале «Сельский шутенник». Если вы помните, мы начинали бороться с тлей на привое сливы. Лепили на него липучку от мух. Я прилепил эту липучку, ободрал листья, и в принципе засилие тли прекратилось. Что тут у нас? Ну, налеплено что-то. Мурашки. Мурашки не ползают. На грушу снизу я тоже самое прилепил. То есть как-то помогает. Может, не стопроцентно. Вот. Вот думаю, наверное, надо еще обрезать, чтобы пустило новое. Я так сейчас и сделаю. Вот. А сейчас пойдем бороться с тлей на сливу. Если мы боролись с тлей на привое груши, а сейчас будем бороться с тлей на сливе. Вот. На молодых веточках она образовалась. Будем бороться следующим образом. Сделал мыльный раствор и буду поливать их, ну, брызгать. А потом проследим, как, насколько эффективно это все дело. А, да, не хочу химии тут брызгать никакой. Ну, ядами, в смысле. Потому что здесь у меня внизу вот растет ёшта, ягоды уже есть. Так что будем бороться химией, но такой, легкой. Брызгал еще яблоню. Будем наблюдать результат. Абрикоска нормально. Думал, в этом году вообще не будет урожая абрикоса, потому что там морозы вдарили, побили немножко. Но нет, чуть-чуть есть. Он не обильно. Но так. Она всего лишь второй год дает урожай. В прошлом году было там штук 10. Молоденькая. Будем наблюдать. Все. Пока-пока. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддержите меня. Особенно оставляйте комментарии, если вам что-то не понравилось. И напишите, почему. Это очень важно. Пока-пока, до следующих видео.